Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтянин, приведших его туда египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал в руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над тем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле его. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицем. И обратила взоры на Иосифа жена господина его, и сказала: «Спи со мною». Но он отказался и сказал жене господина своего: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки». Нет больше меня в доме сём, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Когда так она ежедневно говорила Иосифу, и он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, и никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: «Ложись со мной». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее, и побежал вон, крикнула домашних своих и сказала им так: «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом. И он, услышав, что я подняла вопль, закричал, оставив у меня одежду свою, и побежал, и выбежал вон. И оставил одежду его у себя до прихода господина его в дом свой. И пересказала ему те же слова, говоря: «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною и говорил мне: лягу с тобою». Но когда, услышав, что я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: «Так поступил со мною раб твой», то воспылал гневом и взял Иосифа господина его и отдал его в темницу, где заключены узники царя, и был он там в темнице. И Господь был с Иосифом и простер к нему милость,
и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни зачем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Господь давал успех. Господь давал успех. И во всем, что он делал,